секрет. Да, Маруся. Нашли, ребята, нашли. У него внутри тоже есть такой секретик. Положу нашу коллекцию. Это с этим, это с этим, это здесь. О, Филька дома. Филипп, ты где? Я Рокджо, а я Панда. Слушай, выйди. Сейчас я покажу настоящую силу. А я супер Трош. Филипп, ты здесь? Нет. А что интересно в нем такое? Кажется, Кирилл идет. Срочно надо Траша заматывать. Филипп дома? Нет, нет, меня нету дома. Не было дома, придумал. Ничего нет. Это что ты с Трашем сделал? Кирилл, я не виноват. Я с ним играл, он сам порвался. Ага, само. Что-то я играл, и у меня ничего не рвалось. Ужас, ты ему что, руку оторвал? Я не специально. А с остальными ничего не сделал хочешь? Да, Кирилл, они уже все испортили, смотри. Вот смотри, Рокджо воду свою пропускает. Пись! Пись! Без руки. Кирилл, давай посмотрим, что у него там внутри. Давай. Вообще-то там должен быть глюкозный сироп. О, там он и есть. Вытаскивай, вытаскивай. Ну, надо прорвать. Я за ножничком. Интересно, он съедобный? Ничего не съедобный, не надо его есть. Убирай руку. Сейчас посмотрим, что там. Ой, какое оно склизкое и клейкое. Кирилл, смотри, какие у меня руки. А смотри, какие у меня. Похоже на слайм, только очень-очень липко. Филипп, да, помнишь, что там в Траше было что-то внутри? Давай найдем. Давай. Вон она, желтенькая. Давай, достаем ее. Только очень липко. Да, очень липко, но у нас руки слипаются. Yes, вот она. Вот она. Достаем. Я ее достану. Наконец-то узнаем, что там. Мы думали, что это кукуруза, но один мальчик нам написал, что это сладкий перчик. Я Филипп, я сам достану. Мои руки слипнулись. Ура! Ура! Мы освободили этот сладкий перчик. Все, теперь надо сходить помыть руки. Пойдем руки мыть. Фу, гадость. Не просто отмыться. Смотрите, какой у нас перчик. Вот он. Мы его только что достали. Так это перчик или кукуруза? Я думаю, что это перчик. Советую лезть внутрь Траша. Мы еле-еле отмыли руки. Он такой липкий. Филипп, а какой, ты говорил, еще испортился? Рокджо. О, это же крокодил. А что с ним не так? Он писи. О, точно, он же продырявился от своих клыков. И теперь из него вода льется. Вот тут где-то дырочка. Вот она. Писи. Я не пописал. Ой, пописал. Кирилл, может, мы тоже его разрежем? Боюсь, что нас мама наругает. Она же, может, не узнает. Такой классный, жалко его резать. Хотя он же все равно уже продырявился. Ребята, а вам интересно, что внутри рук Джока? Смотрите. О, пошло. О, вода вылилась. Еще зубы зеленые.
его. Давай его весь рассыпем. Давай. О, сколько в нем зубов. Да я вытащу эти зубы. Это живой Роджок. А, сколько зубиков. О, целая куча зубиков. Ну, тут уже гора зубов. Я вижу, что они зеленые. Они зеленые. Представляешь? Итак, значит, Траша у нас была перчик, а в Роджо кока-кола. Теперь еще интереснее стало посмотреть, что в других. А кого еще посмотрим? Так, кто у нас остался? Монтаро, Сахарио, второй Траш, который не светится, но он целый. Вулф Пейн. У него, кстати, внутри косточки. И наш главарь. Это Блейзагод. У нас же еще огромный Блейзагод. Да. Вайпер разгался. Может, Вайпера разрежем? Давай. Не надо. Надо. У него, кстати, внутри песок. Давай посмотрим. Твердый вот из куски. Интересно, у Вайпера какая-нибудь внутри фигурка есть? Отдай, это мой песок, куски песка, просто куски, а не песка. Кусарина. Ау, больно. Он очень твердый. Ой, я его разломил. Вообще-то он должен быть кинетическим. Он реально кинетический. Я его размягчаю, он становится мягким. Вот, хорошо. Я уже кусок достал. А у него что, там фигурки нету? Не знаю. Ой, еще нет. Это мышцы. Это мышцы такие у него. Угу. Попробуй в руке другой. Филипп. Вот, вот, разминай. О, ваза. Мороженое. Ваза. Да, мороженое. Нашли, ребята, нашли. У него внутри тоже есть такой секретик. Положу в нашу коллекцию. Это с этим, это с этим, это здесь. Филипп, кладем сюда наполнитель и Вайпера. Я сейчас достану весь наполнитель. Ну что, Филипп, остановимся или продолжим? Продолжим. Ты уверен, попадешь же нам? Мама с папой ничего не узнают. Ребята, только, пожалуйста, не рассказывайте нашим родителям, что мы сделали с Гуджицу. Кирилл предлагает посмотреть, что внутри Вулфпейн. Да, он тоже у нас вот тут порванный, вот такой. Порван, порван, порван. Дайте, дайте, дайте. Да, он порван. Все, давайте, берем. Очень интересно. О, смотри, как вода вытекает. Как из этого. Как из Рокджо. Он же что-то выпрыгнул. О, косточка белая. Смотри, Филипп, у него белые косточки. Так. О, пироженка. Я думаю, коктейльчик. Да, это коктейльчик. Филипп, сильно не тряси, а то будут улики на полу. Вот, это тоже мороженка. Пироженка. Вот, это пироженка. А вот косточки от Вулфпейна. Я Вулфпейн. Я Вулфпейн дырявый. Получайте дыры. Атака косточки. Я Вулфпейн. Это хрустящая атака. Филипп, а что у нас с Пантаром? Да Кирилл, он же давно проткнулся вот здесь, кажется. Да, вот. Из него краска вытекает. Какая-то синяя слизь. Ну-ка подавлю еще его. О, вытекает. Давай уже в баночку будем ложить. Так, вот так. И нажимаем на него. Филипп, я, Филипп, я. Я буду смотреть. Надо дырку побольше сделать. Опа-на! Надо еще больше продырявить. О, нормально. Сейчас это сниму и дырку побольше делаю. Сегодня мы достанем твою священную силугу. Пантажу, мы это зря с тобой сделали. И зря ты порвался.
Кирилл в банку складывает улики. Угу. Улика здесь. Угу. Ну, побольше улик нам, да? Да. Вася попу в этой жидкости. Пантаро. Ну, ты точно. Фу, платьишко. Платьишко из какашек. Фу, я это затронул какашку. Я какашечный монстр. Я какашечный. Мама сейчас, мама зашла. Улики он. Остаются улики. Сейчас соберу это. Это улики. Фу, это краска. О, дай понюхать. На, понюхай. Какашки. Фу, я оставляю улики опять. Тут надо все выбирать. А ты что покажешь? Фантару, хватит. Фух, мы еле-еле все тут отмыли. Пантару аж в трех водах мыли. Не знаете, что мы в нем нашли? Конфетку! Если бы мы его не раскрыли, тогда мы никогда не узнали, что у него внутри. Да, потому что он был синий, не просвечивало. Вот у нас сколько уже? Ой, кока-кола. Вот. И они все очень мягкие. И еще прыгает. Ну что, Филипп, остался Блейзогод. Извини, Блейзогод. Кирилл, у нас вообще-то два Блейзогода. Да, вот еще один. Тут только большой-большой леденец. Вот он, вот леденец, его тут не видно. Мы же не будем большого разрезать. Вот, вот леденец. Он же не порванный. Да, а вот этот порванный. И внутри него уже все орбисы раздавились. Можно вот так возьмем чуть-чуть? Что, режем? Да. Ну, он такой крутой. Мне нравится. Ну, Кирилл, у нас же большой станция. Точно, тогда давай посмотрим, что у этого внутри. О, Филипп, смотри, точно орбисы. Только поломанные немножко. Каша. У меня каша вылезает. Ну что, Филипп, какой тебе больше всего пополнитель у Гаджитсу понравился? Ой, косточки! А может каша? Нет, каша нет. Она такая мягкая. Ребята, а мне больше всего понравилась вот эта какашка синяя. Ну, я вам такого не советую сделать. Нам сейчас придется все тут убирать. Все улики прятать. Достал! Леденец! Это было внутри Блейзогода. Только сейчас мне надо все руки оттирать. Ребята, это был супер эксперимент. Вам понравился? Нам да очень. Если вам понравилось, поддержите наше видео своим лайком. Иначе нас мама с папой будут очень сильно ругать. Ага, папа крестили мы сегодня. И скажите, ребята, какой вам наполнитель понравился больше? Мы будем с удовольствием читать ваши комментарии. Нам это очень интересно. Ну все, пока-пока, ребята. Мы пошли это прятать от мамы с папой. Не забывайте подписываться. Я сейчас затряхну свои косточки.